Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Дима, Скелетон, Дардрагон, Чебузаврик, Кик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет, привет. Я огородник был. Ребята, мы скачали очень крутую карту, она вышла только сегодня, и так как у нас давно не было пряток, режим прятки. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас Гаррис Мод, режим прятки, и даже можно и убегать. Погнали. А я, короче, наверное, выйду, повыживаю вместе с пацанами. Давай, я просто уже посмотрю за вами. Так, а мы походим здесь, поизучаем карту. Очень крутая карта. Ей как пару часов она вышла. Так что мы записываем сюда свежак, поэтому подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ссылочка в описании, любой может зайти записать и провести классное время. И попасть в ролик. Я, короче, тут сел, мою жопу видно. Минус первый. Отлично. Ярик, а ты че умер? Ярик, ты поддался? А как он меня убил? Я его не видел, его не было нигде. Ярик, ты тут. А, в чем прикол? Я выбежал прямо на тебя, и ты пролетела прямо надо мной почти. Ах ты, ёб, каламанекала! Ты откуда взял? Дай еще один шанс, пожалуйста. А, ну беги, я тебя не буду трогать. Ты опять меня можешь убить? Так ты что, псих такой, да? Ну, я вместе бегал. Так, ребята, я испугался. Ты начал выбегать прямо на меня, и просто заметил мышку, и просто решил убить. Вадим, пошли за мной. А ты где? Где? Давай, показывай дорогу. Пошли. Только если что, говори, я буду убегать. Подожди, беги! Череп меня застопил чуть-чуть. Молодец, череп! Отвянет, Дим. Все, Дим, не надо туда бежать. Карта запутанная, жесть. Мне помогают. Да, я тебя потерял, вот я вижу с этого анимата. Я очень быстро бежал так, чтобы скрыться от всех. Я даже тебя потерял. Я на нычку сижу. Мне никто не должен найти. Такого возьми. Не надо такого. Так, а я кто за марионетку играет? Ярик, это ты? Не того взял, быстро взял Кэнди. Нельзя. Я же могу это, если увидел. Я же не могу этим доставать. Ну да, все правильно. Мочи всех. Мочи, давай. А мы посидим, посмотрим, как вы проигрываете. А ты меня не найдешь. Я на самом видном месте, но при этом мне очень сложно увидеть. Я конус. Я вижу, как ты пролетел на черепе. Вот ты летаешь сейчас. Вот, я вижу, ты летаешь. Так, остановился. Бежит в твою сторону, аниматроник. Это я посмотрю, где он. Блин, ребята, ну что, очень крутая нычка у меня. Главное заныкаться на видном месте. Вот я тупо сижу в проходе, меня никто не видит. Это очень круто. Ребята, я люблю такие прятки. Сидишь себе, отдыхаешь. Себочки мне еще не хватает. Или попкорн. А, вот ты где! Да улетай! Как тебе вообще здесь, скажи? Улетай в текстуру вообще! Я в текстуре? Как тебе здесь сидится, Дима? А чё, я на видном месте или нет? Здесь так плохо тебе видно вообще, правда. Все, вали. Я не хочу, чтобы ты тут летал, палил мою контору. А если ты умрешь, ты будешь знать, где я? Примерно да. Эй! Но как это? Так... Я не буду помнить. А ты что, память себе вытянешь? Ты что? Да. Ну, а где аниматроники? Чего они никого не мочат? Так, в проходе я слышал. Ну что, Дима, готовься убегать. А давайте Дима перекличку. Ты Дима не найдешь, он спрятался хорошо. Давайте перекличку. Кто аниматроник, а кто нет? Я аниматроник. Два. Я живой. Два только? А, три, скелетон же. 3 на 3, правильно? А, 3 аниматроника, да. 3 на 3, отлично, ребята. Убили кого? Мужики, надо было за черепом летать. Да, вы меня должны нашли. Да, аниматроник второй побежал, марионетка бегает, летает. Тварь! Он меня нашел! Ребята, я умру с достоинством, поэтому мне не страшно это сделать. А кто крысы бегает? Димас. Я тебя сейчас съем! Ты что за мной смотришь там, а? Съешь. О, я слышу, кто-то сделал вторую часть. Так. Ну что? Это ты, что ли? Отлично, ребята, ну что? Как всегда, мы находим лучшие нычки из лучших. Дима, ты сбежал, я не успел увидеть, куда. Где он? Вот это ты быстрый.
Ай, блин, да я хотел только отпрыгнуть. Я думал, он меня не увидит. Ярик, видно, да, было? А я слышал. Ай, блин, ну это было стрёмно. Короче, ребята, такие правила. Так как у нас остался один выживший, он может использовать любое оружие. Вот любое, какое хочет, кроме бомб мощных. А так любое. А мне же вот что-то... Стрелять ракетницей вверх. Ракетницей. Ага, это палевно уже будет. Не-не, не слушай его, Драгон. Стреляй в стену. Ладно, давайте. Попросил. Так. А я приблизительно знаю, где он. Чё я мочу? Ты там и сидишь, или ты ушел уже? Что? Ах ты хитрый, я понял. Так, ребята, ну что? Напишите в комментариях, убью я его лично или нет. Потому что я хочу лично его замочить. Так, давайте будем делать выводы. Если бы я был Драгон, где бы я заныкался? Туалетах. Вспоминайте, как я прячусь, как я играю, как я мастер-король. А какой у тебя скин? Я черный, мелкий покемон. Будь здоров! Спасибо! Будь здоров! Спасибо! Ты, подлец, выходи! Я знаю, где ты живешь. Ой, дверь забила, нифига себе. Так, он вот тут. А что ты издаешь? Перейдешь опять? Слышишь? Да, слышу. Ты стреляешь с СМГ. Где это примерно? А, примерно на краю карты. А ну еще постреляй, пожалуйста. Не-не-не, все. Ну пожалуйста, мы тебе... Вот Дима, мы да? тебя не будем убивать. Подожди. Привет, Дима. Так, где этот подлец может заныкаться? У меня положение, что он... На вас охота можно же устраивать, да? Да, можешь мочить нас всех. Я наоборот думал, ты будешь стреляться, а не ныкаться, как я. Ой, как крыса. Только не с Админского пистолета. Кто запрещал? Никто не запрещал. Давай, мочи с Админского пистолета, давай. А, я попал. А вы пока поменял аниматроника, я понял. Так, где он? В смысле? Я нашел, он в гараже, он на спавне около... Ай, блин! Так, подожди, давайте выхватим. Я не буду сначала... возрождаться, мы сначала посмотрим, где он. А можно аниматроник, который на расстоянии? Я его вижу. А, давай, давай, давай. Только не который телепортируется. Надо подойти все равно вблизи убить, чтобы было по-честному. Он возле здания, где приветствия записывали. Да? То да. Я иду к нему. Тебе жопа, подлец. Меня расстреляли. Он там, да, где-то ныкается? Я знаю, что берите надо делать. Берите маленького аниматроника. Хотите прикол? У меня сейчас баг произошел. Самый лучший. Да? У меня бокс чуть ниже теперь. Где он? Я спрятался, все. Больше подсказок нельзя давать. А я думал, ты будешь нас смочить. Я уже убил сколько смог. Да ты мало убил. Сколько четверть? Мало, мало. Почему мало? Нормально. Да мало. А вы где? Я вас бегаю, сейчас не могу опять найти. Да я вот тут на спауне, где мы записывались, тут я вот жду тебя, подлец. Вы что, сдаетесь? Никакой, ты что, дурак, что ли? Сдаемся. Так, ждем этого подлеца. Мы на тебя охоту объявили. Давно? 5 аниматроников против одного, и не можем убить. Что? Эй! Мэджик. Я вам советую, берите плюш-трапа, у него пистолет. А чтобы попасть, нужно нацелиться точно на аниматроника. Ты думаешь? Да, а он же не будет целиться вниз. Я сказал, я вниз целюсь как раз. Да? Дима, ты где? Я ищу этого подлеца, я его найду. А можно ты остановишься? Нет. Я сейчас за кем бегу? А, чипузаврик, не знаю. Смотри, чипузаврик. Я прыгать могу. Я, короче, прыгать могу. Есть. Я сказал, тебя убью. Ты палился, ты стрелял пулями, я видел, откуда они летели. А, я палил вас. А ты специально это сделал, чтобы тебя увидели, да? Да. Мне нравится, ли человек, знаете, старался выживать, и когда проиграл, говорит, я тебе поддавался. Гениально, то есть молодец, моя школа. Признай это поражение. Но на самом деле ты самый лучший играл из всех, так как ты остался последним. Ребята, битва аниматроников, ПВП, каждый сам за себя. 3, 2, 1, битва началась. Уже конец один. Так до старта, что ли, начал мочить всех? Ну, начал он первым. А. Ты чё не... Чё у тебя так много хп? А где он? Он был возле ангара такого большого с тоже тремя не... дверьми. Так, я вижу, что тоже невидим.
Я в чем прикол, я был сзади тебя, и я не смог тебя убить. О, вижу, Марионеточ. Эй, в подземлю, который проваливается, взял. Я такого. Так неинтересно. Нечестно. Ярик, я тебя отомстил. А я его... А, мы два раза его убили. Даже два раза пришел. Не успел даже спецэффект убрать, а вы меня сразу замочили. Давай, вижу еще одного аниматроника. Я абсолютно никого не вижу, бегаю по карте, никого. Остановись! Кто там за марионеткой играет? Я жду тебя на спауне, вот здесь, вот тебя не вижу. Ребята, надо быть очень внимательным. А чебузаврик нельзя жду. Который подземлю взял, это нечестно. А что нечестно? Нечестно, да? Как он летает? Нечестно, он летает. Я когда вылазил, меня возможно убить. Вы что? Я не могу попасть по этой вонючей марионетке, а? Марионетка вонючая, иди сюда. Я тебя жду, я хочу тебя так очень сильно убить. Я это и сделаю. Опа! А, Ярик уже был погибший. Так что, я выиграл, что ли? Нет, я еще не. Так давайте, я вас жду возле спауна. Я вообще бегаю по карте по всей. Ну я тут жду, не могу вас никак убить. Может, где спаун? Там, где мы приветствие записывали. Ох, чебузаврик, убери этого! Ну че? Ты с ним... Блин, просто... не могу попасть. Где убили, что? Где Дима? Я на спауне. Я на спауне жду тебя, да. Ты можешь остановиться? Есть! А нет, не есть. Я не могу попасть, ну ё-моё, так быстро она двигается, или очень маленький, наверное, этот у нее. А, вот такой надо прицел делать, я понял, что мне не получается. Да вы всё, скелетон, харе. Уже был. Давай, всё, уходите. У нас чисто осталась с Дарк-Драгоном битва. А вы, ты где? Я на спауне жду тебя. Я на спауне тоже бегаю, тело. Где? Ты же ты врешь, бегаешь. В другом спауне каком-то, да? Нет, автобус красный, красный и зеленый машина. Ну вот я бегаю, слышишь меня? Нет. Красный автобус, что ты врешь? Ну, я автобус и не вижу тебя. Тебя нету тут. Ты, похоже, ты тоже, Дим, невидимка, тоже бегаю. А, ты невидимка? И я невидимка. А я так и думаю, почему я тебя не могу найти? А где же ты? А вот. Блин, даже худ мне добавил. Ну все, давай спускаемся вниз. Ты же на полу или на крыше где-то стоишь? Я по земле бегаю, прям вокруг здания. Ай. Нельзя. Я хотел на крыше постоять. Остановимся, видимо, через 3, 2, 1. Да давай, где ты? Я не вижу тебя. А-а-а! Иди сюда, тварь! Я тебя убью! У тебя жизни много! Я убил? Не убил. Не убил. А, ты невидимый становишься, крысак. Где ты? Дима, чтобы по нему попасть, тебе нужно несколько раз. Да я попал уже не один раз. Он... Да у него читерский аниматроник. Он специально взял аниматроника, который заведомо сильнее моих. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. Как всегда, проверка на прочность этой карты.